Приветствую, друзья! В эфире АВ Комфорт. И в этом видео я познакомлю вас с компонентом, который для многих наших клиентов стал просто палочкой-выручалочкой. Бывает же, когда места для стойки с кучей аппаратуры в квартире ну совсем нет, а хороший звук все равно хочется, и ничего с собой не поделаешь. В таких случаях одно из первых устройств, которые мы советуем, это сетевой интегральный усилитель R100 от французского бренда IBA. Название IBA бренд получил по инициалам своего создателя. Зовут его Ив Бернар Андре. Будучи опытным меломаном, отчасти аудиофилом и разработчиком своих устройств, Ив Бернар в одном из своих интервью говорит, что все его компоненты в первую очередь направлены на то, чтобы дарить людям удовольствие от прослушивания музыки. Чтобы убедиться в том, что усилитель или другое устройство соответствует его требованиям, Ив Бернар лично отслушивает каждый компонент перед тем, как он отправляется в серийное производство. Со стороны это может показаться каким-то очередным маркетинговым приемом, но этот человек на самом деле большой любитель музыки и качественного звука, и со всей душой и трепетом относится к своей технике. IBA R100 относится к линейке компонентов Heritage и является уникальным устройством среди всего ассортимента IBA. Такого функционала больше не имеет ни один плеер или интегральный усилитель. В линейке Heritage помимо R100 есть еще интегральник A100. Второй по старшинству интегральник A200. Здесь уже есть ЦАП, Bluetooth, отключаемая цифровая часть и 165 Вт мощности на канал при 4 Ом. Также в этой линейке есть один CD-плеер Heritage CD100, который при желании можно использовать и как ЦАП, и как CD-транспорт. Вот он стоит на второй полке. R100 замыкает линейку Heritage и является самым дорогим устройством в ней. Его цена на момент выхода видео 359 тысяч. Что же вы получите за эту сумму? Сейчас расскажу и разложу все по полочкам. Начнем с усилительной части. У R100 встроен транзисторный усилитель в классе AB мощностью 100 Вт. Такая отдача будет при нагрузке 8 Ом. И этих показателей вполне достаточно, чтобы без проблем работать с большинством акустических систем. Еще у R100 есть ЦАП, который основан на двух чипах АКМ. АК4495SEQ. С его помощью R100 обрабатывает цифровой сигнал вплоть до 32 бит 768 кГц. Ну и DSD-128 тоже для него не проблема, как и все остальные популярные форматы. Для того, чтобы подать цифровой сигнал на этот ЦАП, предусмотрено сразу несколько вариантов коммутации. В первую очередь здесь есть USB формата B. Это универсальный разъем, который позволит сделать источником цифрового сигнала практически любое ваше устройство, начиная от мобильного телефона и заканчивая компьютером или ноутбуком. Это очень удобно. Помимо этого USB есть еще два обычных USB для подключения ваших флешек и жестких дисков. С этих носителей IBA R100 также может играть в файлы. Ну и в дополнение ко всему этому есть оптические и коаксиальные разъемы. В этом же блоке есть разъем RJ45 для подключения к интернету, но это не обязательное условие, так как R100 может подключиться к интернету через Wi-Fi. Аудиотехника от французского бренда IBA пользуется хорошей популярностью во всем мире. Ее отличительные черты – превосходное качество и прогрессивные технологии, которые подарят вам незабываемые впечатления от прослушивания музыки. Выбрать и приобрести любой компонент от этого бренда можно в нашем магазине. Аналоговая коммутация разделена на два блока – входы и выходы. Это означает, что на Heritage R100 можно подать аналоговый сигнал от любого устройства, как будто это просто интегральник. Также среди аналоговых входов можно найти разъем MM фонокорректора и клемму земли. Получается, что IBA Heritage R100 можно поставить под телевизор, на комод или в стойку, и вообще забыть о покупке каких-то других компонентов. Ему только подавай сигнал. Неважно откуда, он все вам сыграет. Аналоговые выходы здесь есть двух форматов. RCA и XLR. Они предназначены для того случая, если вы вдруг захотите сделать R100 источником аналогового сигнала для уже существующей у вас системы.
Ну или эти разъемы могут стать хорошим заделом на будущее в ассортименте компании, ибо есть крутые усилители мощности, которые уместно дополнят любую систему. Но это еще не все. У R100 есть и другие способы коммутации, для которых разъемы не нужны. Думаю, вы поняли, о чем я. Это, во-первых, Bluetooth, но не простой, а с поддержкой самого высококачественного протокола на сегодняшний день – LDAC. Разница с обычными протоколами просто огромна. Через LDAC музыка играет реально лучше. А для владельцев техники от Apple есть AirPlay, через который IBA Heritage R100 играет тоже очень неплохо. Ну и последний интерфейс – это гнездо для наушников. Находится этот разъем на лицевой панели и дает возможность подключить к R100 любые наушники с разъемом 6,3 мм. Кстати, мощности там весьма немало, потому что даже полноразмерные изодинамы играют драйвово, плотно и музыкально. Весь этот функционал разработчики IBA разместили в очень увесистом металлическом корпусе, который в ширину имеет 43 сантиметра, в глубину почти 40 и в высоту чуть меньше 12 сантиметров. И здесь, кстати, тоже есть пара интересных моментов. Для начала посмотрите на лицевую панель. Во-первых, она сделана из очень толстого металла, сантиметр здесь точно есть, не меньше, и панель не просто черная, а имеет интересную продольную текстуру, которая играет на бликах света, и выглядит это очень здорово. Потом французы решили добавить еще одну изюминку. Это точеная линия через всю лицевую панель. Такая линия есть почти у каждого компонента IBA. Можно даже считать ее отличительной чертой бренда. Если заглянуть под аппарат, вы увидите, что опирается он на три ножки, две из которых находятся в задней части, а одна около лицевой панели. Ну и там же слева под лицевой панелью есть тумблер включения питания. Нажимать на него удобно, и в то же время этот тумблер не видно. Как говорят, одним выстрелом двух зайцев. В центре фронтальной панели есть большой цветной дисплей диагональю 5,7 дюймов. Справа от экрана находится регулятор громкости, а слева еще один сюрприз от французов. Тумблеры. Их тоже можно повстречать во всей технике IBA, вплоть до самых дорогих предусилителей и фонокорректоров из разряда high-end. И используют их не просто так. Это и очень стильно, и в конце концов просто удобно. Ну а цвет корпуса IBA Heritage R100 может быть серебристый или черный, как в нашем случае. Конечно, большой цветной экран на лицевой панели смотрится очень круто, но как управлять этим аппаратом? Не вставать же каждый раз с дивана, чтобы переключить трек. Естественно, вставать вам никуда не придется, потому что французы позаботились и об этом. Для удаленного управления на ваш смартфон или планшет нужно установить приложение под названием Edict Player. С его помощью экран IBA Heritage R100 полностью дублируется на дисплей вашего мобильного устройства. Это очень удобное решение, так как вы получаете доступ ко всем функциям и настройкам этого многофункционального устройства, в том числе и к регулировке громкости и выбору активного входа. Так что пульт дистанционного управления, который есть в комплекте, вам может вообще не пригодиться. Интерфейс у R100 логичный и понятный, и пользоваться им очень удобно. Конечно же, доступны все самые популярные стриминговые сервисы, в числе которых есть Tidal с поддержкой MQA, Deezer, Spotify и Qobuz. Можно получить доступ к домашнему на серверу или отправить на R100 музыку через любой сторонний плеер с поддержкой DLNA. Также вас приятно удивит развитое меню настроек. Здесь есть и отключаемый эквалайзер на 10 полос с предустановленными пресетами, и баланс каналов, и даже можно выбрать два уровня усиления – high и low. Различные цифровые фильтры ЦАПа, варианты воспроизведения музыки по папкам или сквозь них, и большое разнообразие остальных настроек позволят очень тонко настроить работу R100 именно так, как вам будет нужно. Короче говоря, аппарат получился такой, что нужно просто купить для него колонки, и у вас готова хай-файная система высокого уровня. Ну а теперь про звук и его особенности. Что IBA Heritage R100 предлагает слушателю? Звук, который предлагают компоненты IBA, можно смело отнести к французскому характеру. Если же вы никогда его не слышали, добро пожаловать в наш салон. Здесь мы можем подобрать для вас любые компоненты и акустику, которые удовлетворят все ваши запросы. Описание звука стоит начать с одной особенности, которая присуща всем компонентам этого бренда.
это работа с вокалом. Как мы привыкли слушать вокальные композиции? Сидим в свитпоинте, в равнобедренном или не очень треугольнике и наблюдаем голос вокалиста в воображаемой сцене между колонок или чаще в глубине за ними. В принципе, эти ощущения знакомы каждому, кто хоть однажды слушал качественную стереосистему. И надо сказать, что с каждым шагом в сторону качества параметры отработки воображаемой сцены тоже растут, совместно с отработкой частотного диапазона. Так вот, что хочу вам сказать. Ив Бернар-Андре определенно знает какой-то секрет. Потому что его техника строит сцену так, что начинаешь ощущать себя в зале прямо на концерте любимого исполнителя. Более того, приходит ощущение, что вокалист поет именно для тебя. А выражается это в том, что вокал не утапливается в глубину сцены вместе с аккомпанементом, а наоборот, приближается в сторону слушателя. И визуализировать его можно даже не на линии колонок, а перед ней. Короче говоря, с приходом техники ИБА в вашу систему, в привычных для вас треках вы услышите полноценную атмосферу зала, вокала и его аккомпанемента. Это практически 3D-стерео. Вокалист словно выходит из глубин и делает несколько шагов к вам. В то же время аккомпанемент остается на своем месте. И это очень крутые ощущения. ИБА Heritage R100 не стал исключением. Его отработка сцены и пространства полностью соответствует всему тому, что я сказал выше. Утонченно и нежно он составляет звуковую картину из крупиц, которые имеют уловимую связь между собой для того, чтобы сцена оставалась слитной. И уже в этой сцене мы наблюдаем все, что хотел передать нам звукорежиссер. Образы инструментов и голосов, нюансы и послезвучие, интонации и атмосферу в целом. По тональному балансу R100 можно назвать нейтральным. Но его нейтральность тоже особенная, французская. Чтобы быть более точным, я бы даже сказал интеллигентное. Да, именно это слово отлично подходит к звуку R100. Он интеллигентно и точно отрабатывает музыкальный материал, не допуская при этом излишней резкости. Тоже можно сказать и про вокал. Он ясный и точный, но в то же время мелодичный и текучий. И этими же словами можно описать отработку высоких частот. Они абсолютно не напрягают, но информации в этом диапазоне просто обилие. С другой стороны, есть бас. Он продолжает концепцию интеллигентности, но в этот раз интеллигент получился очень мускулистым. Бас плотный, глубокий при необходимости, скоростной и точный, но без дерзости. Рвать рубашку на груди – это занятие не для интеллигента. Такой бас очень уместно дополняет остальные диапазоны, добавляя ритма, плотности и глубины вашим трекам. ИБА Heritage R100 – это очень удачное устройство от французского бренда, которое можно отнести в категорию «все в одном». И здесь поместилось реально все, без каких-либо компромиссов, включая высококлассный крутой звук. Такое устройство просто незаменимо в аудиосистеме минималиста. Смотрится ИБА R100 элегантно и дорого, и ему не нужны никакие помощники, чтобы показать свой уровень. Подключите колонки, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх и жмите колокольчик, чтобы смотреть наши новые видео в числе первых. Всем пока!